Здравствуйте, меня зовут Алексей, и вы находитесь на сайте системы «Денежный клик». Вы ищете легкий и доступный заработок в интернете без вложений, но вам часто попадаются какие-то сложные схемы или нерабочие методы заработка? Для вас сегодня есть новая система заработка в новой нише, которую я назвал «Система «Денежный клик». Зарабатывать по ней вы можете до 15 тысяч рублей в день. И сейчас вы можете узнать, как по ней сможете зарабатывать уже на следующий день. Давайте поговорим о сути. Зарабатывать вы будете на рекламном сервисе. Вам нужно будет все повторять за мной. Вы просто заходите на сервис, меняете шаблон, выставляете определенные параметры и получаете за это деньги. И на эти все действия вы затратите около 20 минут своего времени. Зарабатывать вы будете за одну такую операцию до 5000. И давайте я с вами поделюсь результатами заработка по данной системе. И вот, как вы видите, сейчас я нахожусь в своем банковском клиенте, и такие суммы приходят постоянно по данной системе. Что же происходит дальше? А дальше вы делаете аналогичную настройку сервиса и повторяете данный процесс снова и снова. Для того, чтобы вам облегчить работу, для вас создана уже специальная группа, где публикуются готовые заказы. Вы просто берете заказ оттуда, заходите на рекламный сервис, меняете рекламный шаблон, выставляете определенные параметры и получаете деньги за вашу работу. Обратите внимание, ниша новая и заказов хватит на всех. Оплатить вам будут за такую услугу те, кто продвигают себя и свои услуги в интернете. Кроме того, что у вас будет доступ к готовым заказам, вы также узнаете и другие способы получения заказов. Я покажу, как и где их брать. У вас не будет проблем с получением заказов. Если разобрать весь процесс заработка по шагам, то вот что вам нужно будет сделать. Взять заказ, зайти на рекламный сервис, поменять рекламный шаблон, выставить определенные параметры и получить деньги за 15-20 минут работы. И далее повторяйте эти действия только, сколько хотите обработать заказов. Спасибо вам за просмотр этого видео, и я жду вас в курсе.